Всем привет! Продолжаем смотреть работы художников. Джулс Перахим. Имя при рождении Жюль Бломенфельд. Был учеником художников Николая Вермонта и Костина Петреску. Перахим быстро дистанцировался от них в начале 30-х годов, став одной из молодых фигур румынского сюрреалистического авангарда. Он стал известен под сценическим псевдонимом Перахим, что на иврите означает «цветы», которые происходят от перевода его фамилии Блюменфельд – «поле цветов». Авангардист сотрудничал с журналами «Уни», кстати, которую он основал с Герасимом Лукой и Аурелом Барангой. В 1932 году в Бухаресте состоялась первая персональная выставка картин и рисунков сюрреалистического метафизического направления. В 1936 он выставляет в Бухаресте и Брашеве картины и рисунки с явным акцентами социальной критики. В 1938 году он выставился в Праге, познакомился с известным художником-дадистом Джоном Хартфилдом. Вернувшись в Румынию во время подъема фашизма, ему угрожают. Он вынужден укрыться в СССР. Бедствие войны толкает его в Армению, где он зарабатывает на жизнь декоратором театра для раненых. В марте 44 года был мобилизован в Москву техническим редактором первой полосы журнала «Новое слово». Вот в этом качестве он возвращается в Румынию. Я цитирую Википедию. Работает профессором сценографии и графики в Институте изящных искусств в Бухаресте, это в 1948-1956 годах, и главным редактором журнала «Пластическое искусство». В то время он посвящает себя исключительно прикладному искусству, книжной иллюстрации, театральным декорациям, фрескам, керамике. Возвращается к живописи в 60-е годы. В 1969 он выставил картины в Иерусалиме, поселился во Франции, успешно проводит около 40 персональных выставок в различных странах мира. С 90-х годов работа Перахима находится в румынских музеях. Перахим умер в 2008 году в Париже в возрасте 94 лет. Похоронен на кладбище Перлашест. Его вдова Марина Ванчи Перахим, историк искусства и почетный профессор Сорбонны, унаследовала интеллектуальные и имущественные права художника. Кстати, он заслуженный магистр искусств. Название ему было присвоено в 1962 году. Ну вот так вкратце о румынском художнике еврейского происхождения, который работал в стиле сюрреализма и социалистического реализма Джулс Перахим. Имя при рождении Жюль Блюменфельд. Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрим работу.